продюсер группы «Мираж» обвинил бывших солисток в краже 30 миллионов рублей. Продюсер группы «Мираж» Андрей Летягин продолжает судиться с бывшими участницами коллектива. Артистки исполняют песни автора без его согласия. Авторское право необходимо приравнять к имуществу вроде автомобиля или квартиры, считает Летягин. Бывшие вокалистки «Миража» продолжают выступать с его песнями, но не платят за это деньги. По словам продюсера, артистки задолжали около 25-35 миллионов рублей. Однако он готов пойти на мировую, но при одном условии. «С удовольствием помирюсь со всеми, кто купит лицензию на исполнение моих песен, особенно с Суханкиной, если она возместит 25-30 миллионов рублей упущенной выгоды», заявил Летягин в беседе с журналистами. По словам продюсера, он является основателем и единственным законным владельцем товарного знака «Мираж». Под его авторством вышло большинство песен музыкального коллектива. Летягин призвал бывших солисток следовать законодательству и выплатить ему компенсацию за незаконное использование песен. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом.